Анонс и точка выхода 10 серии турецкого сериала «Особый отдел Триполи». 10 серия сериала выйдет в эфир 23 декабря. Ранее в сериале мы увидели, как ворота Дерне становятся порталом в сложный мир интриг и предательств. Мустафа Кемаль, скрывшийся в тени выгодной сделки с Фировелли, оказывается в омуте событий, когда весть о плении его детского друга Ферхи достигает его ушей. Темный вихрь прошлого вновь настигает его, напоминая о том, что нет убежища от собственных тайн. На фоне пустынных горизонтов развивается история, что переплетается с паутиной политических интриг и страстных дружеских связей. Мустафа Кемаль, как человек, заключивший сделку, сталкивается с моментом истины, когда прошлое, словно призрак, возвращается, чтобы потребовать свою долю воспоминаний и чувств. Фетхи, замешанный в этом вихре, становится заложником времени и обстоятельств. Его судьба теперь зависит от того, сможет ли Мустафа Кемаль разгадать таинственные связи, которые углубляются в годы детства. Великая дружба сталкивается с жестокой реальностью, и каждый шаг ведет к перекрестку, где прошлое и настоящее переплетается. С другой стороны пустыни шейх Сенуси, взволнованный темными тайнами, ведет шейха Асифа в укромный уголок. Там среди бескрайних песчаных дюн разгадываются не только политические интриги, но и давние счеты. Сенуси, как хранитель тайн, раскрывает перед Асифом свою истинную сущность. И давно затеянные чувства преобразуются в схватку за власть и влияние. Все события становятся частями калейдоскопа судеб и страстей, где каждый персонаж несет на себе бремя своих секретов и решений. 10 серия сериала выйдет в эфир 23 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.